Не правда ли удивительно, что самый могущественный человек в мире становится предметом обсуждения? Мы, жители этой планеты, искали спасителя. Мы говорим о форме жизни, самосуществование которой бросает вызов нашему чувству превосходства во Вселенной. У человечества есть печальный опыт подчинения людям с огромной властью. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Может, он просто пытается поступать правильно? Теперь-то мы знаем. Мы его не контролируем! Демоны не выползают из преисподней. Они спускаются с небес. Мир настолько увлекся тем, что он может, что никто не спросил, а что он должен. Вот как все бывает. Лихорадка. Злость. Ощущение беспомощности. Которая делает хороших людей жестокими. Льется.